Всем доброго утра. Итак, друзья мои, я снимаю утром, потому как я всю ночь работаю, и вы это знаете. Но не только по этой причине, еще потому, что этот ритуал, маленький, но очень сильный ритуал, нужно делать утром, точнее, перед работой. Перед любой работой, неважно, вы дома работаете или идете на работу. Если есть такая необходимость, то вы проводите утром и уже спокойно идете на работу. Мой второй канал в последнее время посвящен Армении. Собственно говоря, пока что так нужно, и я так делаю. Но здесь выкладываю работы. Я так решила, что мне так удобнее. Кому нужна аналитика, кому нужны мои рассуждения как человека, как личности, они будут смотреть на втором канале «Ведьмина изба 2». Здесь в основном работа. Придет время, уже и туда начну загружать работу. В принципе, это не столь важно. Итак, начнем. Этот ритуал мной создан на основе армянских заговоров. И в частности заговоров, которые я узнала от своей бабушки. Про бабушки, потом и бабушки. И на основе армянской традиции я создала этот заговор. Хочу вам сказать, что многие работы на армянском, на грузинском, которые проводят люди в разных странах, ну и не только эти работы, у меня на разных языках есть работы. Но в частности, именно эти работы, они очень быстро помогают одолеть врагов. Видимо, энергия языка очень сильна. Жаль, что древние народы мало обращают на это внимание и мало пользуются энергией своего языка, своего потенциала. Увы, не замечают этого. В то время как другие народы, пользуясь их языком, могут одолеть своих недругов. Я назвала этот ритуал «Армянские узлы от интриганов». Я объясню, почему. Во-первых, интриганы. Люди, которые копают под вас, люди, которые распространяют сплетни, грязь о вас, неправильные сведения, пытаются очернить ваше имя. Таких людей везде полно. Неважно, на работе ли, или просто случайные люди, или даже те, кто вас не знает, могут к вам плохо относиться. Иногда люди спрашивают: ну за что, почему, я же ничего плохого не сделал этому человеку. Да я даже не знаю этого человека. Понимаете, не ищите логики там, где нет этой логики. Человек завидует просто так, потому что завидует, потому что вы лучше во многом, потому что вы интереснее, умнее, может и красивее, и душой, и телом, неважно. Просто завидует человек, это зависть. Плетет интриги, чтобы портить отношение людей к вам, мнение людей о вас. И если вы знаете определенные секреты магии, если вы берете и делаете работы, которые вам дарят, то со временем этот интриган сам попадает в какую-то интригу, позорится. Одним словом, он неубедителен, и все, что бы он ни делал, результата не дают. Более того, могут его самого и опозорить, оставить ни с чем. То есть я имею в виду, что рот не закроешь человеку, не зашьешь. Но если изначально этот человек считал, что у него может быть успех, то после того, как вы остановили этого человека, и он, и все остальные заметили, что
все его старания абсолютно ни к чему не привели. Абсолютно ничего не дали этому человеку. И он ушел совершенно ни с чем туда, откуда, собственно говоря, явился. Понимаете? Итак, если на работе строят козни, интриги, сплетни, вы хотите понять, кто это сделал, или вы знаете, кто это делает. В любом случае, если вы не знаете, кто это делает, то этот человек заболеет, уволится с работы, что-то у него случится, переведут в другой отдел, будет грандиозный скандал, в чем-то его уличат, поймают. Я помню, похожий ритуал давала женщине, которая работает в ювелирном салоне, и постоянно у них были недостачи. И у нее была сменщица. Одним словом, сказали, что если так дальше продолжится, в общем, будет ревизия и прочее, прочее. И как-то она так забирала, что не фиксировали ни камеры, ни что иное. Видимо, она просто это знала, понимала. И что случается в итоге? Она проводит такой ритуал. И через некоторое время ее просто поймали каким-то образом. Я сейчас точно не помню, то ли директор вернулась раньше времени, то ли она не уходила, а это не знала. Та сидела в кабинете, что-то заполняла, и потом вдруг вышла и поймала ее. В общем, все сложилось так, что ее поймали. И самое интересное, что это воровство было не по нужде, а просто она хотела сделать все, чтобы эту женщину уволили. То есть она пыталась на нее свалить это все. Поймали ее, она принесла всю эту недостачу, оплатила с лихвой, чтобы не открыли уголовное дело на нее. Ее уволили. И через некоторое время вот ту самую женщину, значит, поставили директором этого магазина, потому что этот директор, она перешла на другой отдел, то есть туда возглавлять, и порекомендовала вместо себя вот как раз ее. То есть, если вы проведете через некоторое время, все интриганы на вашей работе попадут в те самые ямы, которые роют для вас. Что нужно для этого делать? Для этого вам нужно купить шерстяную нить. Любой день недели и прочее. Желательно не брать сдачи. Или оплатите ей картой, или оплатите ровную сумму. В общем, сдачи не берите, если там мелочь. Берете шерстяную нить. Храните дома, кстати, он вам пригодится еще не раз в ваших ритуалах. Красную или черную нить берите. Но в этом ритуале черная нить нужна. Нужно завязывать 7 узлов. То есть вот завязали один узел, сказали одно. Завязали второй узел, сказали второе. Завязали третий узел, сказали и третье, и так далее. 7 узлов нужно завязать, и каждый раз говорите этот ритуал. Говорится один раз, на этом все. То есть не нужно больше говорить, как только вы завязали эти узлы. Берете эту нить, кладете в сумку и идете на работу. Если у вас в жизни такое есть, ну не обязательно на работе, среди родственников, еще где-либо, то храните дома. Теперь. Обновить нужно каждые 3 дня. Вот то, что вы начитали, куда-нибудь положите, сохраните в каком-нибудь мешочке. Второй сделайте узел через 3 дня. То есть это усиливает, пока полностью не накажутся эти люди. Вот когда эти люди наказались, получили свое, получили все, что должны были получить, идете в какую-нибудь лесополосу или парк, парковую зону. Нужно эти узлы на одной ветке, в общем, просто завяжите одним узелком на одной ветке дерева и кладите 7 монет под дерево и говорите: души своих врагов купила, и уходите. Все. Долго, очень долго они к вам больше не подойдут, а может и не подойдут никогда, пока новые сплетники, интриганины не появятся. Итак, слова здесь на армянском, поэтому
придется подождать, пока Яна наберет текст. Она набирает в течение нескольких дней, поэтому не стоит ее торопить. И не стоит внизу писать, а слова, а что там надо, а как, чего. Любой, кто так будет выть, вношу в черный список. Потому что столько раз было сказано, или потерпите, или наберите с моих слов. Потому что это реально раздражает. Потом, как произнести... Вот как сможете произнести, так и произносите. То есть это не так страшно, если одну букву не так сказали. Главное, чтобы основной текст передали правильно. Итак, берете черную нить, садитесь спокойно, не надо ничего зажигать, ничего делать. И, значит, завязывайте один узел и говорите над одним узлом. Буду говорить, объяснять, потому как вы должны... понимать, это не русский язык, естественно. Вы должны понимать, что это над узлами читается. Первое. Первый узел. Завязали. Арачин хангуйцов чаре хапанеци. На второй узел. Еркрорт хангуйцов чаре ачка ханеци. На третий узел. Ерорт хангуйцов чаре лезун капеци. Четвертый узел. Чорорт хангуйцов чарин хапеци. Пятый узел. Хингерорт хангуйцов Галхин хапеци. Какие-то звуки начались у нас тут дома. Шестой. Ветерор тангуйцов. Поса гацеци. Седьмой. Йотерор тангуйцов. Чарин хахтеци. Дун неркевум. Ес веревум. Ес таковор. Дун сакавор. Айт песлини. Начитали? То есть на каждый узел. По одному разу начитали, завязали. 7 узлов получилось. Все. Кладете в сумку. Можете в какой-нибудь маленькую, там, маленький мешочек. И носите с собой на работу, если у вас работа там и так далее. Конкуренция, там, интриганство, какое-то, какие-то сплетни, какие-то неправильные вещи, желание вам вас подставить и так далее. Если у вас дома... То есть в вашей жизни, если вы на себя работаете, если вы хотите выявить таких интриганов среди своего окружения, значит, делайте и прячете дома. Обновить каждые 3 дня, пока они полностью не накажутся. Вот если вы знаете, кто это делает, не надо называть им имя, держите образ этого человека в голове, когда читаете. Если не знаете, в любом случае он выявится. Кто бы он ни был, через некоторое время... у него случатся всякие бедствия. Это очень сильная работа, хотя это как бы быстрая, маленькая работа, да, маленький такой ритуал, но это не имеет никакого значения. Сила ритуала определяется не тем, насколько он большой или маленький. Просто есть где-то необходимость больше провести определенными атрибутами, определенное время и какую-то такую обрядную часть, а где-то можно таким образом, но этим не определяется сила. Понимаете? Он может подойти вам так, что даже самые сильные ритуалы так не сработают, как этот маленький ритуал. Еще раз. Первый узел. На первый узел. Арачин хангуйцов чаре хапеци. Второй узел. Еркрорт хангуйцов чаре ачка ханеци. Третий узел. Ерорт хангуйцов чаре лезун капеци. Четвертый узел. Чорорт хангуйцов чарин хапеци. Пятый узел. Хингерорт хангуйцов галхин хапеци. Шестой узел. Ветерор тангуйцов посагацеци. Седьмой узел. Йотерор тангуйцов чарин хахтеци. Дун неркевум, ес веревум. Ес таковор, дун сакавор, айт беслини. Это в традиции армянской магии составлено. Еще раз. Первое. Первый узел. Арачин хангуйцов чаре хапеци. Второй узел. Еркрор тангуйцов чаре ачка ханеци. Третий узел. Ерор тангуйцов чари лезун капеци. Четвертый узел. Чорор тангуйцов чарин хапеци. Пятый узел. Хингерор тангуйцов галхин хапеци. Шестой узел. Ветерор тангуйцов посагацеци. Седьмой узел. Йотерор тангуйцов чарин хахтеци. Дун неркевум, ес веревум. Ес таковор, дун сакавор. Айт беслини. Ну что, удачи вам в борьбе с интриганами. И поверьте мне, что с этими работами вы их точно победите и поставите на место, если не больше. Всего хорошего.